прошли через немыслимое. Но я не смогу вам помочь, пока вы не откроетесь. Мисс Уокер. Мисс Уокер. Рамира! Расскажите, что с вами случилось? Ладно. Родители заложили меня, когда узнали про мои способности. Я была в шоке. Но мой брат Брент, он всегда обо мне заботился. Схватил меня за руку, и мы убежали. Несколько лет жили на улице, прятались, все время в бегах. Зарабатывали на жизнь темными делишками. Но то последнее дело в Сиэтле, оно было хуже всего на свете. Да ладно тебе. Осталось одно дело. Мы все погрузили, пойдем. Нет, сегодня зарплата. Угу. И сколько? Хватит, чтобы переехать. Да? Да. И купить тебе котенка с коротким хвостом. А? Вот ты гад. И начать все заново. С чистого листа. Черт, скорее ложись! Что? Копы. Так, ты прячься. Я их отвлеку. Не надо. Сделаешь дело и валим. Нас никто не найдет. Нет. 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 Не используй свою силу. Да все в порядке. Я просто... все улажу. Раныра! Ладно. Эй! Стой! Сюда смотри. На меня, в глаза. Как вы задолбали. Одна есть! Ладно, детка, давай сюда. Видела в доках парня с ирокезом? А если поискать на твоем катере... Постой! Хочешь, фокус покажу? Брэнд заставлял меня скрывать свою силу. Если бы стало известно о проводнике в городе, за мной началась бы охота. Но в ту ночь я не боялась. Я хотела сделать дело, применив силу, а потом улизнуть с братом задолго до того, как прибудет Дес. Все будет супер, если я спрячусь. Брент, ты как? Ну, я-то ничего. Но когда ты засветилась, город взбесился. Оставаться слишком опасно, нам нужно уходить. Дес на подходе. Ты же хотел начать все заново. А я хотела котенка. Расскажи мне о работе, я ее выполню. Ладно, только быстро. Пентхаус на углу 3 и Стоун, оттуда надо украсть красную сумку. Ладно. А что в сумке? Да будешь, и мы уплывем на лодке, набитой деньгами. Звучит неплохо. Мы справимся, брат. Ты всегда их опережаешь. Только быстро. Если попадешь в тюрьму Деза, я этого не переживу. Шутишь? Заперто. Тук-тук. Что?
свидетелей! Вали ее! А, сумка! Мне нужна только красная сумка. И все! Где же сумка? Эй, нужно зарядиться про запас. Ладно. Ранера, как ты? Ты была там? Что случилось? Там полно русских с бомбой наперевес. Блин, акулы. Они его нашли. Кого нашли? Моего босса. Если они знают про пентхаус, то знают и про лодку. Нужно спасаться. Ладно, заводи мотор, я скоро буду. Извини, что так вышло. Я хотел подарить тебе тайского котенка. Знаю. Еще подаришь. Ранера, не подходи к катеру. Тут рядом акулы с пушками. Что? Я сейчас буду. Нет. Если у тебя начнется паника, они тебя накроют. Да все нормально у меня. Я тебя вытащу. Давай, прячься в дуралей. Чучелка, где же ты? Нет. Черт, ты мне нужен. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Первую ночь в Сиэтле... Мы нашли мост и спрятались от дождя. Читали комиксы с фонариком, пока не заснули. А потом пришел тот мужик, хотел украсть наши жалкие пожитки. И он мог бы дорого за это заплатить. Но в ту ночь мы установили правила. Первое – ни за что не применять силу. К черту вещи! Брент хотел сохранить нас. А я применила силу. Это только моя вина. Моя! Я сорвалась! Эти прорывы в реальности изменили меня. Я получила способности, как будто тело все еще сражалось, когда разум сдался. Вы очень помогли нам, мисс Уокер. А прорывы? Покажите, какие способности вы обрели в результате. Вы хотели бы управлять своей силой? Мы вас научим. Не знаю. В последний раз я... Начнем с чего-нибудь простого. Я буду наблюдать за вашими успехами. И не делайте глупостей, глупостей? Прошу. Только это я и делала. Нет, мисс Уокер. Вы спасались.
Уязвимое место есть у каждого. Нужно только поискать. Так бывает. Это начало. Не всегда мир будет ждать. Иногда придется действовать первым. Повинуйтесь инстинктам. Неплохо, нехорошо. Но вы только начинаете. Может, вам нужны более узнаваемые мишени? Впечатляет, верно? Это световые голограммы. По виду они как настоящие. А теперь убейте их, пожалуйста. Обычно я не стреляю в людей, ясно? О, эти голограммы создает проводник Юджин. Он не против. Но зачем? Затем, чтобы выжить. Не только вам, но и тем, кто не умеет защищаться. Защитите их. Пока довольна. Присядьте. Я хочу, чтобы вы рассказали, что произошло в Сиэтле. Я целую ночь громила город, искала брата, а под утро вернулась на наш катер. Там я встретила его. Он тоже искал Брента. Извиняй, детка, ты не видел этого пацанчика, такого со здоровенным иракезом? А ты что, знаешь Брента? Ты с теми русскими? Че, акулами? Не, нафиг. Значит, это они утворили? Черт, опять не хватает моих работников. Хватает, стой! Ты знаешь, где он? Покажешь? Эй, сбавь газ, конфетка, я смотрю, ты ищешь приключений на свой задик. Я не знаю, какие у вас с Брентом были дела, но... Он мой брат. Помоги мне. Брат? Так ты про Ныра? А я Шейн. Шейн. Брент не рассказывал, что его сестра такая куколка. Скажи, где его найти? На восточном берегу. Спасибо. Если что-нибудь узнаешь, позвони на номер Брента, ладно? Да-да, конечно. Как скажешь, детка. Только постарайся никуда не вляпаться, ладно? Город должен увидеть настоящую меня. Нужен неон. Много неона. Здорово, Проныра. Я тут прощупал почву, да, но акулы страшно злые. Так что нужно действовать быстро. Ладно, я и так собиралась за неоном. Эй, полегче. Я обожаю глотнуть газку, ничуть не меньше прочих. Но неужели этому это... трюку я научилась в Джерси. Неон помогает мне мчать с дикой скоростью. Серьезно? Поверю тебе на слово, проводник. Интересно, какие еще секреты ты от меня скрываешь? Да, это подойдет. Давай, выходи! Так, ленивый неон. Давай, приноси пользу. Вот это заряд. Отлично, огневая мощь мне не помешает. Странно, они вкусные. О, здоровый. И двигается. Проныра, лапочка. Большое световое шоу у Нидл. Твоя работа? Я же сказала, мне нужен неон. Занимайся Брентом. Ну, это как-то бросилось в глаза.
Знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты была рядом в то время, как я прощупывал почву. С акулами, конечно. Если пройти через эти облака, то я всех порву. Сочный неоновый толстячок. Я сожру тебя. Как это круто! Вот так! Те, кто бежит, вкуснее! Значит, акулы сами идут ко мне. Где Брэнд? Никто не говорит по-английски? Ну, гады, понеслась. Спасибо, и хватит уже пропощупать. Ты маньяк, я понимаю, но давай уже закроем эту тему. Эй-эй, да будет тебе известно, что женщины считают меня неотразимым. Ну да, если им заплатить. Слушай, когда захочешь украсть пушки, встретимся на улице за кафешкой Блайни. Ладно, арвар. Машина загружена, поехали! Кажется, я задел сигнализацию, и она сработала. Если акулы нас догонят, прикрой мою задницу. Вперед, все путем. Видишь ли, милая, если они узнают, что их добро похитил я, то они захотят отомстить. А этого мне бы совсем не хотелось. Да ладно, у тебя же есть проводник, так что они в жопе. Доставим оружие твоим людям, а они найдут Брента. Все супер. Они крадут оружие! Манера! Держись рядом, я разберусь. Ну и скорость. Где ты научилась так драться? На улице. И еще аниме много смотрела. В итоге попала в школу для проводников. Слушай, а почему я не видел тебя в новостях? Такой мощный проводник должен был стать врагом номер один. Это все Брэнд. Он не дает мне расходиться. Так, конечная станция. Выгружаемся. С меня хватит. Да ладно. Мы отлично сработались на улицах. Только представь, как мы сработаемся в койке. Вооружи своих людей и ищи Брента, иначе отрежу тебе кое-что лазером. Говорят, акулы выследили одного из моих парней, которые искали Брента. Извини, детка, но мне придется отозвать людей. Это слишком опасно. Нет-нет, я его прикрою. Передай своим, что я прикрою всех, кто ищет Брента. Это сработает. Открою и выстрелю, только быстро. Шейн, твой парень еще дышит. Я рад, что у тебя это хорошо получается. Ведь еще одного из моих парней засекли. Я разберусь. Вызывай координаты.
Давай. Ты его спасла? Слава богу. У меня лишних людей не бывает. Слушай, если твоих ребят засекли, давай это используем. Пусть все идут к гавани, к ресторану Олафа. Я спрячусь на крыше и завалю акул, когда они появятся. Ладно, это можно. Буду ждать за рестораном на грузовике. Когда откроешь огонь, я подберу парней, и мы линяем. Добро пожаловать в мясорубку. Шейн, меня заметили. Веди своих парней. Да, мэм. Так, мои парни идут по переулку. Правда, этого никто не заметил. Акулы стреляют только по тебе. Я не против. Всем кости переломать? Да пожалуйста. Твои люди живы? Брента нашли? Ну, кажется, ты их вдохновила. То, как ты тут отжигаешь, ты — это что-то. Просто воплощение смерти. Я не чудовище, просто я должна помочь брату. Без него я схожу с ума. Значит, мадам, вам повезло. Один из тех, кого ты спасла, говорит, что кто-то из акул забирал груз в Джорджтауне. Если мы найдем его на записи камер слежения, то сможем выяснить, где они держат Брента. Вот можешь, если захочешь. Значит, ты наконец позволишь моему ковбою проскакать на быке. Быки — это ж самцы. Ну да, неважно. Алло? Промера, привет. Я Дженни, работаю на... вместе с Шейном. Кажется, я должна помочь тебе отыскать одного из главарей акул. По телефону? Через городские камеры. Присылай мне их номера, тогда я смогу найти записи. Я дам координаты места, где его видели. Что? Номера камер? А ты кто вообще? Дженни, я работаю на город. И иногда на Шейна. Код камеры — это почти как QR-код. Его можно сканировать телефоном. Пришли мне его, и тогда я найду записи с этим парнем. Наша программа распознавания лиц такая крутая, что даже страшно. Так, я здесь. Ага, найди камеру. Так, есть. Сканируй код, чтобы я нашла записи. Это он. Следи за ним. Будем вести его от одной камеры к другой. Извини, что не могу сканировать всю систему. На работе это засекут. А что мы ищем? Говорят, у акул есть логово, где они держат пленных. Он приведет нас туда. А Шейн? Что у тебя с ним? Ну, ты ищешь брата. А мне нужно было кое-что другое. И теперь, когда звонит Шейн, я ему помогаю. Только на работе нужно быть очень осторожной. Черт, а что тебе было нужно? Давай, не будем углубляться в это дело. Кто этот парень вообще? Он занимается торговлей людьми. Торговлей людьми? Как рабами? Да. И кажется, он следит за этой девушкой. Тихо.
Она пошла быстрее. Думаешь, засекла его? Не останавливайся. Давай узнаем, что с ней будет. Похоже, какое-то место преступления. Он его убил. И вот эти люди схватили моего брата. Ее забрали. Стой. Он что-то уронил. Привет. Дженни, ты можешь по телефону узнать, где был человек в течение дня? Да, но придется подождать. И нужна копия его сим-карты. Я ее пришлю. Освободим моего брата и заодно разберемся с этими гадами. Ванера, это ты? Мы с парнями тут, на стоянке. Прыгай на крышу машины. Снова ехать на крыше? Да ты джентльмен. Ну, в прошлый раз все сработало. После адской вздрючки, которую ты им устроила, они будут злые. Загнанные в угол крысы опасны. Спасибо, страшила мудрый. Они сзади, на пикапе! Не забывай жать на газ. Ладно, мы все пристегнуты, кроме тебя. Еще пара таких дел, и город будет наш! Подряд, пока не найдем приз. Тогда скажи своим не лезть вперед. Не хочу кого-нибудь подстрелить. Ха-ха, разумеется. На этой шахматной доске королева ты, и мы это знаем. Где мой брат? Здесь нет. Ах.
акул! Я сбежал! Где ты? Не знаю! Стой! В переулке, рядом с южной станцией монорельса! О, нет, они снова здесь! Нужно прятаться! Брент! Брент! Нет, нет, не сейчас! Сохраняйте спокойствие и ложитесь на землю! Иначе будем стрелять на поражение! Мне некогда с этим разбираться. Шейн, у тебя есть люди рядом с южной станцией монорельса? Бренту нужна помощь! Да не вопрос, я разберусь. Я скоро буду. Иди сюда. Привет, брат. Очень каких жаль, сил? Крошка, но работа еще не кончилась. Я отпущу его только когда в городе все наладится, обещаю. Андра, стой! Скаута. Не делай так. Еще парочка заданий. Ранера. Нет, нет! Я снова сходила с ума. Нужно было найти воспоминания, пусть даже самое плохое, чтобы держаться. К бездомным относятся как к тараканам. На тебя всегда смотрят косо. А потом была первая доза. И оказалось, что быть тараканом неплохо. За эти ощущения мы были готовы на все. Брент понимал, куда все идет. Он не хотел, чтобы я пропала вместе с ним. Но я уже подсела. Мне это было в кайф. Я не могла остановиться. Не могла. Мне был нужен контроль. Шейн забрал Брента. И меня понесло. Похоже, что ваше тело устояло и одарило вас новыми способностями. Да, похоже. Хотите их увидеть? Давайте, попробуйте меня взять. Вы сдерживаете свою силу, мисс Уокер. Может быть. Давайте еще раз, я устрою вам шоу. Отлично, мисс Уокер. Продолжайте в том же духе, и вы получите работу. Садитесь. Вы говорили о том, как Шейн предал вас. Когда с акулами разобрались, Шейн решил шантажировать начальника полиции, чтобы провернуть какую-то важную сделку. Он пообещал, что если я соглашусь ему помочь, то он отпустит Брента. Я знала, что это ложь. Люди Деза все прибывали, и мне нужен был план Б. Проныра, у тебя проблема. У меня проблема. Дез хватает моих людей почем зря. Если так пойдет и дальше, у меня их совсем не останется. Некому будет охранять твоего брата, понимаешь? Помоги ему. Знаешь, я с удовольствием научу твоих парней, как не попасть в лапы Деза. Не надо на меня наезжать! Копы сели мне на хвост! И все из-за твоих чертовых лазеров! Выдохни, чувак, я все сделаю. Если разгромить комплекс, будет меньше народа и больше кислорода. Ладно, только не забудь про моих парней. Не забуду, босс. Дженни, ты здесь? Как дела? Загружаю программу на твой телефон. Видишь приложение для видео? Включи его. Что это? Картинка с ближайшего полицейского дрона. У Шейна скоро будет доступ ко всем этим штукам. Он подкупает копов. И что? А то. Если хочешь найти брата так, чтобы Шейн об этом не знал, ищи и уничтожай эти дроны. Почему ты мне помогаешь? Потому что тебе не понравилось, когда забрали эту девушку. Мне уже не вырваться от Шейна. Но ты можешь.
это была дорогая штука. Так и есть. Они по 90 штук каждая. И еще одна на углу третьей из плюс. Шейн убеждает всех в том, что он новая акула, и для этого сажает смутьянов в контейнеры. И моего брата тоже? Да, но я не знаю в каком. Их 4, и все охраняются. Если начнешь их вскрывать, у тебя будет пара минут. Потом Шейн узнает. Буду действовать быстро. Спасибо. Первый рядом. Дженни, здесь пусто. Это подстава. Дженни? Боюсь, Дженни сейчас не может подойти к телефону. У меня не трогай ее. Думаешь, я не заметил, что стали пропадать дроны? А? Об этой истории знала только Дженни. Я должен был выяснить, на моей она стороне или нет. Все это моих рук дело. Да ладно. Мозг это она, а ты просто лазер с розовой челкой. Дай ей трубку. Не опоздала. Она уже вышла. Ну, если поторопишься, то, может быть, еще успеешь. Нет! Дженни, я... Видишь, Пронера? Дженни заставила меня это сделать. Она знала, какова цена предательства. А ты-то сама знаешь? Мой брат. Ты убьешь брата. Хорошо. Пусть смерть Дженни не станет напрасной. Делай, как я скажу, и тогда твой брат будет жить. Знаешь что? Встретимся на крыше Pioneer Building. Нам нужно копов убивать. Так, Шейн, я здесь. Извини, крошка, я отвлекся. Возьми телефон и все увидишь. Коп, которому я плачу, наконец дал мне доступ к камерам. Вот то, что они транслируют. И что? Просто копы? Да, и они защищают начальника полиции. Я мечтаю с ним встретиться, но, к сожалению, не в такой большой компании. Я не собираюсь убивать всех этих людей ради этой встречи. Я их отвлеку. Устрою шум, чтобы им пришлось выяснять, в чем дело. Как скажешь, золотко. Если встреча пройдет так, как нужно, я на много лет стану правителем Сиэтла. А ты с братом сможешь уйти? Я устрою заварушку. Они идут к машинам! Продолжай все громить! Зависит от моей. Вперед, вперед!
кое-что сказать. Прекрати! Я предложу твоему боссу те же условия, что и акулам, только убирайся из города. Слышала? Все получат то, что хотят. Да? А где мой брат? Держал его в паре кварталов отсюда. Теперь сама с ним разбирайся. И это все? Ты же все слышала? Ты уезжаешь, я становлюсь боссом. Все счастливы. Брент? Извини, детка, но у меня на хвосте Дес. А теперь, когда шеф полиции у меня в кармане, ты стала просто симпатичной обузой. Ядовитый газ? Ах ты трус! А что делать? Зря стрелять, только зря патроны тратить. Когда я отсюда выберусь? Знаю, детка, поэтому ты не выберешься. Сама понимаешь. Когда мне становилось страшно, я думала о Бренте. Только он мог меня успокоить. Я цеплялась за воспоминания. Брент знал, если мы не уедем отсюда, то никогда не завяжем. Он брался за опасную работу ради денег. Хотел купить катер и уплыть в Канаду. Я говорила ему, что это бред. Но когда он пришел без пары зубов, я завязала. Хоть меня адски ломало. Он оставался рядом все время. Не бросил меня. Он мой брат. Я люблю его. И ничто меня не остановит. У него был Брент, и я не могла его спасти, если бы нарушила сделку. Простите, но как вам удалось вырваться из тоннеля? Этот ментальный прорыв дал вам новые силы? Ну да, я не рассказывала вам. Опять. Ладно, я все покажу. Позовите своих ребят. Видите, на что вы способны? Будущее есть только у тех проводников, которые отринут прошлое. Я хочу услышать окончание вашей истории. Шейн хотел меня убить, так что выбора у меня не было. Только сражаться. Но проблема в том, что я не знала, где искать его или брата. Она сдохла? Надеюсь, да. Давай выстрелим еще раз, ну, на всякий случай. Где Брент? Они должны как-то друг с другом говорить. О, гарнитура и размерчик мой. Конвой номер 3! Уокер, не вижу! Нет, Шейн все учел. В грузовиках столько добра, она никогда нас не найдет. Подожгу грузовики с наркотой, и Шейн сразу прибежит. Нужно их найти. Это поможет. Грузовики, вам крышка. Эта панкушка меня разозлила!
Я знаю, как его разозлить. Эй, босс! Пронейра! Вот это сюрприз! Есть разговор. Нам не о чем говорить. Можешь поболтать с наркотой, которую я размазала по дороге. Не может быть. Может. Пока. Стой, не вздумай, ты... Это для тебя, Брент. Вызови грузовики, Шейн. Может, кто-нибудь ответит? Сука! Твоя банда скоро уменьшится. Кстати, один бандит — это уже банда? Ладно. Ищешь меня? Я в крокодиле. Иди сюда. Клянусь могилой мамочки, что я размажу твои неоновые мозги прямо по стене. О, свидание. Немного. Тебе нужен... Лови! Дес? Открыть огонь! Шейн, иди сюда! Думаешь, под наркотой я забуду про Брента? Договорился с Дезом? Ты дебил, Шейн! Я справлюсь. Я совладаю. Прятаться, как последний трус? Спокойно, ты все можешь. Ради Брента. Вперед! Что за дела? Это дом моих родителей? Что это? Я помню. Мама? Папа? Мы не можем это скрывать, Абигейл. Ты ранила девочку. Ты теряешь контроль над собой, когда злишься. Твой отец прав. Так будет лучше. Может, заводите Дес? Сбагриваете меня с рук? Мама сейчас же положит трубку! Так нельзя! Она твоя дочь! Я была маленькая! Не плачь, Абигейл. В Дейзи это все исправит. Она нам обещала.
беги! Уходим отсюда! Я им не дамся. Ты слаба. Я справлюсь. Я со всеми справлюсь. А тебя не брошу. Нельзя брать все, что захочется. Не так, как ты думаешь. Моя заначка. Где она? Откройся, враг! Нет! Сестра! О, Боже! Прости меня. Я не хотела, мне привиделось. Это Шейн, это из-за него. Ничего. Нет. Ты не виновата. Нет. Ты мне нужен. Не оставляй меня. Сестра. Прости меня. Боже, Брэд. И вас нашли мои люди. Это Шейн забрал вашего брата. И вы тогда сорвались, потеряли контроль. Был бы шанс, вы бы убили его. Прошу. Ранера? Сделай милость, скажи этим ребяткам, что я на 100% нормальный американец. Я знаю вашу историю. Слава скаута. Но вы должны заново ее пережить. Вернуться к моменту, когда вы сдались. Я не имею отношения к этим уродам. БТР-13. Движется на запад. Перекройте съезд. Отбой. Ну уж нет. Он мой. Остановитесь!
Ранера? Ну, детка, что скажешь? Как отсюда выбраться? Не подходи. Чтоб тебе. Наркоманка конченая. Вот ты как. Надо было прибить тебя тогда. Брент умер. Я его не убивал. Это все ты. Видишь, Брент? Я справилась. Отбой. Хорошо. Она готова.